Если бы до кобы, до ватуба росли бы бобы, то был бы не рот, а целый огород. А огород дает прибыль. Прибыль позволяет делать капиталовложения. На базе огорода вырастает обрабатывающая фабрика. К фабрике тяготеют торговые точки. Точки везут на рынок бочки и с набитую свой. Возвращаются домой. Зачем? Расширять производство и повышать производительность труда. И все это на базе огорода. Позвольте. Какого огорода? Как это какого? Обыкновенного. Обыкновенно. Но позвольте, он пока еще, так сказать, перспективный. Так сказать, если бы да кобы. Правильно, но подумайте сами. Плохо ли было бы, если бы да кобы, да во рту бы росли бы бобы? Нет, товарищи, совсем неплохо, потому что, товарищи, был бы не рот, а был бы огород. А огород дает прибыль. Прибыль позволяет делать капиталовложения. На базе огорода вырастает обрабатывающая фабрика. К фабрикам тяготеют точки, к точкам тяготеют бочки, и с набитой сумой возвращается домой на огород. На огороде что растет? Что надо, то и растет. Сколько растет? 700. Нет, по 700, а дадим 900. Мало? Правильно. Берем обязательства удвоенные, утроенные, учетверенные. Нечего их жалеть. Да-да, нечего. Новые вырастут. Позвольте. Не позволю. Зачем позволять? Надо идти дальше. Надо думать шире. Нужны перспективы. На базе огорода вырастает научный институт. С каждого гектара бумажных угодий дадим по 100 аспирантов. Каждому аспиранту подсадим по докторанту. А зачем? Как это зачем? Вы что же против науки? Аспиранты, докторанты, а докторанты, практиканты, а диаграммы, панорамы, а директивы, перспективы, а вперед, без страха и сомнений. Возражение? Я вас цитатой по голове. Бах! И не очухаетесь. Нужно быть связанным с жизнью крепкими узами. В сельском хозяйстве, так в сельском хозяйстве. В промышленности, так в промышленности. В искусстве, так в искусстве. Мне лично... Все равно где. Надо брать от жизни все, что можно. Его достаточно послушать. Он весь не стоит ничего. Но вы взгляните, что за уши. Кто тянет за уши его? Череповецкий металлургический завод получает ценнейшее импортное и отечественное оборудование. Вот оно. Тот, кто все это поставлял, себе иное представлял. Не думал он, чтоб так могли бросать народные рубли. Уместен здесь один вопрос. Где ж Вологодский совнархоз? Вот. Вологодский совнархоз с улыбкой вместо горьких слез. Послушай, Тарапунька, что это за несчастное создание? Что, не узнаешь? Нет. Это королева полей кукуруза. Да что ты, а что с ней? Богато ей, богато. Летят приказы день и ночь, но тут бумажкой не помочь. Эгэш, бедняжка нездорова. Ты откуда? Из Тамбова. А на вид решили мы, что ты пришла из Костромы. Теперь посмотрим микроскоп. Вот равнодушие микроб. В районных креслах в наши дни есть кое-где такие пни. Вот им-то и дает сигнал наш сатирический журнал. Старину мы должны тщательно охранять не только как памятники искусства, это само собой, но и как памятники быта и жизни древних времен. Город Витебск. Здесь 800 лет простоял и не одну войну пережил редчайший памятник русского зодчества 12 века, ровесник слова о полку Игореве, церковь Благовещения. Но что время и войны по сравнению с возможностями иных градоправителей, в частности Николая Ильича Собельникова, председателя Витебского городского совета? Что это еще за древности такие, супротив нашего гортеатра? Вопросил Николай Ильич.
и всеми правдами и неправдами добился снятия памятника с охраны государства. А затем, недолго думая, уничтожил его. Случилось это в декабре 61 года, а меньше чем через месяц Совет министров Белоруссии принял решение взять под охрану руины памятника. А он мог быть и таким, если бы... Впрочем... Планы розовые. Итоги березовые. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете брать машину. Ага. Может быть, вы мне поможете выбрать? А чего их выбирать? Все одинаковые. Ну, да. Любой берите, только то, что под чехлом, нельзя. А она что, с брачком? Зачем с брачком? Отличная машина, но нельзя. Ах, ну понимаю. Почему, собственно, нельзя? Может быть, можно, а? Мне понравилось именно там, вот под чехлом. Вот так при виде лёд. Денег, умело проявляя прыть, манипулирует мошенник. Он знает, что и как накрыть. А мы накроем без оглядки, дающих и берущих взяток.